Всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард. И перед началом данного ролика я хотел бы вам сказать, включите очень громко, ну, сделайте на самую полную громкость у себя на колонках, так как меня будет слабо слышно. Не знаю почему, но пока что так. Давайте начнем. Так, новый слот вот сюда. Да. Будем проходить мы Гарри Поттер, Лего Гарри Поттер, годы 1.4. Сразу вам заранее скажу, у меня установлено дофигизме на Лего игр. У меня в планах хотя бы две из них пройти до конца лета. Я объяснять ничего не буду, что происходит на картинке. Может, кто-нибудь знает, поймет. Короче, смотрим. Уровень, кстати, не очень. Уровни здесь не такие уж и большие, как что быстренько пройдем. Если ролики больше идут. А, наверное, вам не нравится то, что тихо. Ну, делайте погромче, говорю же. Будет слышно, хотя бы чуть-чуть. Ну, или я попробую смонтировать. Но монтировать это долго. Но, тем более, у меня и программка-то не работает. Как что? Делайте громче просто. Так, мне дали управление. Так. Оно удобное. Так, иди сюда, Хагрид. Так, мы делаем. Так, Гарри, ты идиот, вставай. Молодец. Умный идиот. Я меняю на тебя. Мы идем сюда, берем вот эту фигня. Я прыжок бабы Веры. Ставим вот сюда. Иди сюда. Да, открываем. Собираем детальки. Ну что ты, уронил-то их. Так, теперь идем. Так, у нас тут всякая ерунда, да, полно. Так, мы сюда не приму, думаю, но мы идем по заданию, ничего не будем дополнительного делать. Давайте вы заходите, потом можно замутить. Так, вот эта фигня надо. Нужна нам. Мы ее вот. Ой. Да уйди в жопу. Так, окей, берем вот эту фигнюшку. Ложим вот сюда. Так, где еще-то у нас? Где у нас еще фигня-то? Так, похоже, она нужна все-таки нам. Так, встаем. Окей, мне кажется, нужен Гарри. Гарри ее... Хагрид ее разнес. Да египетский терминал, а. Просто там фиолетовая есть, я хочу ее взять. Есть. Теперь пошли. Есть мороженку. Возьмем
Дай моя рушенка. Валим отсюда, сейчас взорванет. Взорвалось. А теперь я вам покажу. Я силач. Ха-ха. Лалки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А-за-за-за-за. Смотрим ролик. На самом деле ничего важного там не делают. Они притворяются. Видите, что он рисовал? Так, теперь я я уже этот гопник. Уху, прыжок бабы Веры. Стоп, я и перепрыгнуть могу. Уху. Но по тематике Лего игр так нельзя делать. Это бесит. Теперь погнали. Так, что тут у нас? Хагрид, иди сюда. Бомбочка. Если кто-то мне будет писать в комментариях, что я типа это, мол, не взял. Пожалуйста, не пишите такого. Потому что я прекрасно знаю. Я просто не хочу отвлекаться лишний раз. Тем более я спешу. Так что простите, ребят. А то, что ролики редко выходят, вот просто, ребят, извините. Летом, надеюсь, я это исправлю. Просто видите, сейчас конец года, надо как-то поторопиться, как бы. С девкой нам погулять. Как что? Чё? Так нельзя делать. Аккуратней с денежками, дебил. Так, что тут у нас? Так, это не то, вот здесь надо. Так, уровень почти прошли. Так, маленького гопника опять берем. Золото! Ха, не туда зашел. Как круто это. Все, погнали пачкой покупать и завершаем уровень. Сейчас будет самое смешное. И такой злодей, злобный. Чародей. Пафос потерялся. Уровень пройден, свободный игр. Разблокирован режим свободной игры. Если новый сэмник. Фу, 20%. Всего деталей, но я мало собрал, я говорю же, я не отвлекался на них. Даже 20 тысяч не собрал. А мог бы где-нибудь 1050. Бывает такое. Ну, золотая деталь это за прохождение уровня. Продолжить историю. Я нажму. Не буду ничего нажимать. Продолжить историю нажму. И все. До свидания, ребят. Всем
С вами был Рикард, всем удачи, всем пока, оставляйте комментарии, там лайкайте, у меня есть группа ВК, там, ладно, давайте, пока, ребят.